6 спортсменок. И смотрю, также, как и в прошлой категории, очень плотно расположились спортсменки, занявшие 5 и 6 место, 27 и 28 баллов. На 6 месте сегодня спортсменка под номером 60, Голубева Елена, Антарес Толнак. На 5 месте, выиграв всего балл, занимает Гиля Анастасия, Ледовая арена, Дудинка. Смотрю, также 1 балл разделил спортсменку, занявшую 3 и 4 место. 16-17 баллов. 1 балл. Немножко совсем не дотянула спортсменка, занявшая 4 место. И это сегодня Гребенюк Ольга, номер 48. 4 место. X-Fit Север, Норильск. Спортсменки, 3 медалистки перед нами. Суммой баллов 16. На 3 месте сегодня Зазуля Дарья, Максима Толнак. На 2 месте спортсменка, представляющая Толнак, клуб Антарес. Они обе представляют этот клуб. Ну, зал, кто же? Кто победитель? Сумма баллов 12. Сегодня на 2 месте Маслова Наталья, а Антарес Толнак. И единогласно побеждает в этой ростовой категории Рачкина Виктория, номер 64. Клуб Антарес Толнак. Друзья, ну а лидером зрительского голосования становится Маслова Наталья. Просьба девушек положить грамоты на сцену и стать ближе друг к другу, приобнять за талию. Шесть финалисток. Прекрасные, очень красивые девушки у вас, которые рад побеждают, приезжают на ринг. Спасибо большое. Остаются только медалистки на сцене для фото на память. Спасибо, чемпион. Сколько чемпион остается на сцене? Пожалуйста, ваш звездный час. И еще шанс побороться за абсолютное первенство несколько минут спустя. Поздравляем вас. Спасибо большое. Прекрасная форма. Друзья, буквально через несколько минут мы снова увидим победителей 2 прошедших номинаций. А сейчас на сцене студия танцевального фитнеса «Фиеста». Аплодисменты, друзья!